Тверь оказалась в лидерах среди российских городов по обновлению и качеству работы общественного транспорта. Среди других участников десятки лучших – Казань, Улан-Удэ, Одинцово, Таганрог, Пермь, Тула, Салехард, Череповец и Южно-Сахалинск. Таков рейтинг, составленный в госкорпорации web.rf. Согласно данным ее специалистов, поездка на общественном транспорте по маршруту «Дом-работа» занимает в Твери в среднем почти 21 минуту. При этом более 55% опрошенных отмечают качество и удобство поездок, что выше среднероссийского показателя. Он составляет 46%. Более трети тверичан ежедневно передвигаются по городу пешком. Самокатами и велосипедами у нас пользуются 3,5% населения, такси – 5,5. Это почти вдвое меньше среднероссийского показателя. Личным автотранспортом в столице Верхнего Лужья пользуются более 40% жителей.